Самосвалы, тракторы, грейдеры, большие и малые погрузчики – эту и другую технику получило муниципальное дорожное предприятие Владивостока из Беларуси. Церемония передачи прошла на центральной площади дальневосточной столицы. Это нам позволит повысить техническую базу и более эффективно производить работы по содержанию города. У нас сегодня первая партия из 22 единиц техники и 15 единиц навесного оборудования прибыла в производство Республики Беларусь, которое легко заменит у нас импортную технику. Ну и оставшуюся мы будем ждать к апрелю следующего года, что также нам более эффективно повысит содержание города Владивостока. Стоит отметить, что вся приобретаемая техника универсальная. Она используется в работе в любое время года. Эта техника вся нужная в данный момент. Она требуется нам для уборки города, для того, чтобы мы эффективно и быстро убирали наш любимый город. Благодаря лизингу муниципальная дорожная служба дальневосточной столицы пополнится в общей сложности 52 единицами новой техники и оборудования. А переданная сегодня техника уже в ближайшие дни выйдет на работу на улице города. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.